Всем привет, вы на канале Юный Папа. У нас сегодня обзор инерционных машинок. У нас их большое количество, большая коллекция. Среди машинок можно поподробнее. Конечно, легковых большая серия различных видов. Вот так это выглядит. Большинство инерционных машинок имеют металлический корпус, но есть, конечно, и серия пластиковых корпусов. Металл хорош тем, что он крепкий, не подвержен каким-то повреждениям, поэтому малышам, маленьким деткам можно брать, не бояться, что что-то отломит, наступит, сломает. Кроме легковых машин у нас, конечно, есть и различные квадроциклы, и военная техника в виде грузовичков. Это для примера городской транспорт, автобусы, троллейбусы, джипы, даже снегоходы есть. Серия строительной техники инерционная, такая металлическая. Хаин выпускает масштаб. У нее 1 к 60 вот написано. Вот серия пластиковых строительных техник. Потом есть... Ну, большинство машинок инерционных открываются дверцы. То есть такой интерактив. Потом есть, кроме открытия дверей, есть... Да, и вот инерция, можно побольше сказать. Таран, и двери закрылись. Кроме открывания двери, есть серия, где открываются не только двери, но и различный капот. Вверх и назад. Ну и двери. И вот так все это выглядит. Машинка тоже инерционная. Ну, сильно не будем откатывать. Место, весь стол занят. Ну, будет ехать. И есть музыкальная серия тоже. Здесь вот такой ограничитель, чтобы батарейки есть. То есть она и горят фары, и звук, и катается. Ну и тоже открываются двери. Поэтому выбирайте на ваш вкус. Категория с инерционными машинками у нас огромная. Там больше 500 вариантов машин всевозможных видов. Есть, да, вот такие коллекционные машинки. Прошепа на мэра, например, и так далее. Мустанг, Форд. Ну, большая коллекция на сайте. Посмотрите, ссылку в описании под роликом разместим, конечно. Вот. Заказывайте, собирайте свою коллекцию, расцветки. Если нужен определенный цвет, при заказе указывайте, какой цвет вас интересует. Потому что некоторые серии идут в ассортименте Mitsubishi. И есть как классические расцветки, которые встречаются на улице, так и какие-нибудь необычные цвета, которые можно получить в свою коллекцию. Большая коллекция, готовьте полки, стеллажи для хранения. Всем спасибо за внимание, всем пока!